Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, 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 bass. Всем привет, меня зовут Мария Даниэлка, и в этом видео я расскажу, как пользоваться моноподом, как его заряжать и, собственно, все технические вопросы, которые вас интересуют. Так что поехали! Первым делом я расскажу, где я купила, собственно, этот монопод. Я его купила на сайте SelfieStick.in.ua, ссылка будет внизу в описании. Это очень безопасный сайт, он очень удобный, то есть если вы не хотите к ним ехать именно на базу, там покупать, вы можете позвонить по номеру. Который будет на сайте, вот у меня визитка на ней написана. Вы можете позвонить и сказать, что привезите мне домой, вы заплатите там за доставку 10 или 15 гривен, что-то как-то так. Но мне кажется, это будет 100 раз удобнее. Через полчаса вам приедет курьер, доставщик, я не знаю, как его называют, и привезет сам монопод, он вам покажет, как его закреплять, как его ставить и как его заряжать. Это очень удобно, и мне безумно, я очень рада, что купила именно в этом интернет-магазине. Очень удобная, очень быстрая, удобная доставка и хорошая цена на него. А также в этом интернет-магазине никогда нет и не было подделок. То есть я купила оригинальный монопод от фирмы Kijistar. Когда я купила монопод, он был запакован вот в такой вот коробочке. Но когда я распаковала коробочку, я увидела, что его нужно собрать, собственно. Ну да. Берем саму палку. И берем штуку, которая держит сам телефон. Вот она такая вот черненькая. Есть вот тут винтик, здесь дырочка. Мы вставляем вот этой штукой, это главное, чтобы была кнопочка с правой стороны. Поняли? Прокручиваем два раза. И здесь внизу есть колесико. Прокручиваем правую сторону. Правую, это важно, чтобы оно закрепилось. И дальше мы закрепляем, чтобы хорошо телефон держался на этой штуке, мы закрепляем вот такой вот салатовой штукой. Вот здесь есть большой вырез, мы вставляем большим вырезом сюда. И до конца, чтобы оно хорошо держалось. Вот теперь наш монопод готов, что на нем фотографируется. Но, спросите вы, как его заряжать? Он заряжается вот здесь, вот внизу вот у него есть кнопка включения, я его сейчас включу, должна говориться синяя лампочка, она будет постоянно мигать. И это значит, что монопод работает. А когда его нужно зарядить, будет не гореть не синяя лампочка, а красная. А заряжать его очень просто. В наборе идет сам провод. И можете купить адаптер, и он будет заряжать. Вот этот адаптер у меня заряжает iPhone, iPad, вот теперь и монопод. В принципе, это было все видео на сегодня. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что ссылка сайта, на котором я покупала этот монопод, будет внизу в описании. Покупайте, это очень безопасный сайт, в нем никогда не будет копий, всяких разных подделок. Так что я довольна, что купила именно там монопод. Так что красивых селфи вам, всем пока!